Здравствуйте, здравствуйте, добрый день, это канал Максимадзе, и мы вновь смотрим на моды, пока доседы, которые присылают подписчики, а может быть и просто гости канала. Первый мод на сегодня называется «Домашняя натура». Вот по-любому в комментариях будет немало людей, которые пишут: «Когда мой мод? Когда мой мод? Где мой мод?» Я скажу так, все у нас по очереди идет. Модов понаприслали очень много, поэтому извините, как получится. Короче говоря, и первое, что я вижу, точнее слышу в этом моде, это музыка из «Когда стать студентом». Я не понимаю, чё все любят эту музыку из «Когда стать студентом», я не понимаю. Почему ее так много в модах, а? Короче, давайте посмотрим, что это у нас такое. Поначалу всегда тяжело, бла-бла-бла-бла-бла, все то же самое. Загрузочный экран чем-то напоминает загрузку из консоли версии соседа. И эту музычку мы где-то тоже слышали. Ну что-то я не вижу отличий, кроме малюсенького отличия в интерфейсе. Ну и в музычке, которую из консоли соседа добренько взяли. Извиняюсь. И здесь тоже. Дел гадость сердцу радость. Собственно говоря, также изменений в описании не наблюдается. А вот здесь уже наблюдается. Где дверь на кухню? Почему ее нет? Неужели можно зайти только... А подсказки нормальной нету. Жаль, 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 жаль. А, ну да, держателя на этом уровне не было. А, спрятаться тут может, прикольно. Только неужели он пойдет вниз? Я так не думаю. А, тут пакости две всего лишь, или что? А почему здесь так тяжело? Тень, что ли, здесь очень большая? Или, может быть, тут с ночным уровнем перепутали немного? А, ну и здесь тоже окошко ночное. Короче, халтурновато немного сделано. Немного халтурновато. Так, у телеэкрана. Блин, под эту музычку хочется вот так неподвижно стоять и смотреть. Ладно, надеюсь, что тут будет что-то получше. Тоже прикольно, конечно, что новый коридорчик, все дела, но нарисован он не очень красиво. То есть здесь как-то немного коряво смотрится. Вот, с плинтусом как-то не очень. С полом тоже, со стенкой. Здесь халтура, здесь халтура. Как я уже говорил на предыдущем уровне. Из ночного уровня взято здесь, и здесь тоже оттуда же взято. Попробуем успеть. Хотя я не уверен. Попробуем, давайте. Есть шанс. Давай. И телевизионную антенну, конечно же, сразу же применяем. Ну и тут, конечно, тоже некрасиво получается. Вешалку перерисовали, но по краям видны красные полосочки. Oh.
Ух, как я вовремя среагировал, а? И убежал. Я что-то совсем забыл, что Вуди у нас внизу. Не спрятался. О, нифига. Вы что, угораете, что ли? Меньше, чем за секунду он это сделал. Вот меньше, чем за секунду. Это как вообще можно? Кто мне пишет? Я не могу сейчас отвечать. А, это из... Так, в рубрике пишут. Пишут в беседе, может, и не мне даже. Окей. Так, сюрприз ко дню рождения. Опять же, никаких изменений в описании у нас нету. Посмотрим, что у нас здесь. А почему нельзя туалетную бумагу взять? И пакости при этом все равно 6. Как... Ну это... Действительно, в этом моде очень сильно чувствуется халтура. А, вот туалетная бумага, господи. Ну ладно, уже не успею. Я не получится его уже во второй раз заменить. А свечи куда? А, их вообще здесь нету. А, и внезапно появились. Ну ё-мушкин кот, ну кто так делает, а? Ну ладно, на минималку, значит, пройдем уровень. Потому что второй раз заманить его в ванну уже не получится. Двойной почтовый ящик, обалдел. Успешно прошли. Не на отлично, но успешно. Яблочный пирог. Опять же, я думаю, по пакостям изменений толком мы не увидим. Пирог, который частично загораживается стенкой. Ну обалдеть. Нормально. Стандарту делаем. Ну и наверх бежим. Зарисовывать ничего пока не будем. Так, и
конечно же, тоже халтурный рисунок на окне. Ну да, я так думал. Комментировать я уже это не знаю, как 100 раз, больше 100 раз, нет, какой 100 раз, гораздо больше 100 раз мы это видели. Мексиканская музычка заиграла. Да, сосед, наверное, кричит не из-за того, что ему испоганили окно, а из-за того, что его испоганили максимально халтурно. Давай, шевелись быстрее. Уровень заканчивать пора уже. Давай. Попробуй пирога с пеной для бритья, точнее пол пирога. И половина тарелки с него тоже только. Так, ну и тут вообще без изменений. Так, ну и пора нам оценить этот мод. Ну, мой нос чувствует, когда ему подсовывают халтуру. Оттого скажу плохо. Вот такой злодей. Действительно, этот мод представляет себя, вроде автор старался, а вроде бы и мод представляет ту попросту халтуру. Поэтому оценка, конечно же, наверное, другой оценки вы и не ждали. Ладно, переходим к следующему моду. Как найти смерть бета? Причем демо бета. Полных версий делать, видимо, сложно. Давайте, что у нас тут написано? Один из самых известных дальневосточных музыкантов, создатель, безымянный руководитель, бла-бла-бла, слишком много читать. Я думаю, это все не имеет никакого отношения к игре. Музычка из хардкорчика, а если быть точнее, то из «Бесконечного лета». Начало. Поначалу всегда тяжело и больше ничего. Давайте посмотрим. Игра вылетела. Замечательно. Но давайте перезапустим. Может, хоть другой уровень запустится. Салам алейкум. Малейкум ассалам. Сосед в текстурах застревает. И двигается хрен знает вообще как. Так, вот эта музычка прикольная, которая играет. Куда так? А куда иди ты? Ну что это за трэш с соседом происходит? Не, ну так за соседом-то и неприятно следить, если честно. Ну давайте попробуем что-то пройти. Только мимо микроволновки прошел он. Что, конечно же, абсолютно не радует.
А, то есть микроволновка здесь, а он посмотрел он туда и увидел все. Что с ним такое? И опять он не дошел до телевизора. И куда он пошел? А. Да что ж такое, а? Короче, мне уже не нравится, если честно. Как найти смерть у телеэкрана? Маньяк, 2 декабря, блин. Таксист сидит... Или это 2 часа 12 минут. Таксист сидит в кресле. О чем маньяк думает? А при чем здесь таксист? Тын-ты-трын-тын-тын-ты-трын-тын-тын-тын-ты-трын-тын-тын-тын. Блин, саундтрек вспоминается. Из фильма «Такси». А что с Вуди не так? Ушел. Ну давайте я этот уровень попробую пройти. Ну как минимум 3 уровня надо попробовать пройти, чтобы второй сезон открыть и посмотреть, что там. Многие меня критикуют за то, что я не прохожу моды целиком, а прохожу 3 уровня, чтобы посмотреть второй сезон и дальше не проходить. Ребят, потому что мне неохота проходить все это. Это же как, насколько, это же такое долгое время займет. А если мод плох, тогда, то это еще хуже. Я еще более не готов проходить. Тут уж извините. Еще вот эти фигни, честно говоря, еще не нравятся. Просто убого максимально смотрится. Давай. Пилим кресло побыстрее. Да что ж такое? Он на телевизор залезает ради этого. Так, взял пиво и опять своим дебильным походаном, баганутым точнее, идет. Здесь он ходит лучше, чем в первом уровне, все равно. Так, давайте пирог из трупов пройдем. Что может быть лучше пирога из трупов? Вкусно для каннибала. Ну что же такое? Почему все так хардкор тут любят? Вернее, хоррор. Ужас. И все такое. Mm-hmm.
Давайте сразу наверх. Успел я. А здесь он ускоренно бегает, уходит. Но это все равно заденет его на время. Ну, я сказал яйцо. Посмотреть на портрет. Ага. Давай. Жуй. Вот так. А тут, кстати, вы заметили, что там, по-моему, полупирог, полупиво? Вот что за ерунда такая? А, к сожалению, второй сезон не открылся. Ну ладно, давайте. Дальше желания проходить особо нет. Посмотрим, что просто тут. А, тут как на первом. Хотя в хардкорчике оригинальном. Это второй уровень. Тупые из-за футбола. Не трупы, а тупые. И здесь тоже. И убогие вот эти места. Ну а здесь... Из третьего сезона хардкора взято вот это вот дело. Но здесь как-то растянули крышу, она некрасиво смотрится и... С дверьми косяки тоже, конечно. Короче. Честно говоря, тоже какой-то убогий мод. Тоже, извините, плохо. Тоже не понравилось мне, извините. Сегодня какие-то убогие у нас моды идут. Авторы стали стараться меньше над модами. Ну ладно, может быть следующий мод будет получше. Давайте посмотрим. Следующий мод называется Gods of Sedo Ultimate Mix. Он выдал ошибку при запуске, и мне пришлось, короче, те 4 файла, самых главных в игре, перенести в оригинальный Gods of Sedo, чтобы этот мод запустить. Короче, что он тут пишет? Добро пожаловать в мод на кадасоседа под названием Ultimate Mix. Это мой первый мод, так что не судите строго. Сейчас он находится на стадии бета-тестирования, поэтому если нашли баг, то не удивляйтесь. Ну и курсорчик нам показывают, конечно. Параметры. Посмотрим, что у нас здесь. Во всяком случае, этот мод выглядит лучше, чем двух предыдущих. В этом эпизоде вас познакомят с управлением Вуди, а также с питомцами соседа. Я так чувствую, уровень этот будет третьим. Как третий уровень? А, нет, это другой уровень. Это свой уровень уже сделали. Это типа кухню сюда перенесли, прикольно, хотя стоило ее на самом деле сюда, мне кажется, запихнуть.
Посмотрим, что в холодильнике. Ну и я так понимаю, можно сделать это с этим вот так. Нам он не причинит вреда, потому что соседа нет на уровне. И мы выходим через дверь и все. Так, новое начало. Больше нет изменений в описании, разве что подсказка. Чтобы пройти уровень, надо завершить все пакости. В то время как в оригинале говорилось, что некоторые пакости можно на уровнях пропускать. Но пакости 4, поэтому пакости другие, я так понимаю. Ой-ой. Посмотрим, есть ли они изменения в анимации в этих. По-моему, нету. И музычка мексиканская играет у нас. Короче, давайте сразу на кухню. Орешки две у нас тут, я смотрю. Хотя мы взяли одну только. Тренажер тут вместо бинокля почему-то стоит. Да, с пакостями действительно тут изменения есть. И я думаю, этот мод будет лучше, чем предыдущий. Я очень на это надеюсь. Потому что два предыдущих мода, ну, просто очень халтурные получились. И убогие в связи с этим. Опа. А почему он идет через зал туда? Он обычно должен спускаться с кухни сюда и туда идти. Короче, как-то это немного странно. Разве варежку не надо, что ли? Как-то странно немного. Но да ладно. Телевизор его немного задержит. Ой, господи. Что-то насморк у меня пошел, аллергия опять. Сорняки цветут. Фиговенько. Дело идет. Блин, где ты загораживаешь мне все? Отлично. Так, ну и спандер, конечно же. Это сюда. Варежка защитит от высоких температур и прочих опасностей. Но это вроде как относится к антенне, хотя мы без нее ее вроде скрутили. Или я что-то забыл. Он просто взял и исчез в ней. Че за бред? Или он каким-то образом умудрился туда так влезть, что его не видно абсолютно. И как он в окно только не вылетел. А, испандер куда-то вообще исчез. Ну, произошло, как вы поняли, то же самое, что с биноклем. Бинокль-то тоже улетел, вот он исчез. Отлично, все пакости сделаны. Короче, у телеэкрана. Воскресный отдых. Сосед развалился в кресле перед телевизором с непременной бутылкой пива в руке. Время от времени он заставляет себя встать и тащиться к холодильнику за новой бутылкой. Как же Вуди улучшить момент для пакости? Поживем и увидим, решает Вуди и незаметно пробирается в дом. Вуди научился быстро пилить. Это прекрасно. Это прям вообще отлично. Ой, господи. Уровень вроде как ночной, а вроде и не совсем. Потому что видно больше на день похоже, но просто затемненный.
Маркер здесь у нас лежит. Рядом с маркером еще какая-то хрень лежит. И сейчас проверим, что это за хрень. Ничего, мы так и не узнали, что это такое, ничего нам это не дало. Пиво здесь, и здесь тоже пиво есть. Ну, яйцо только сюда можно засунуть, но раз если сюда пойдет. Господи, даже такое, а. Аллергия это раздражает. Пивко. А она сейчас будет нюхать цветок-то или не будет? Потому что что-то я не сомневаюсь, что будет. Комментировать пакости все это уже неохота, потому что действительно сотни раз мы это видели. Короче, эти пакости абсолютно бесполезными были, бессмысленными. Ой, куда я нажимаю-то? Зачем я сюда нажал? Сто процентов, конечно же. День рождения соседа. Описание, конечно, изменено. 53 года написано. Но незначительно оно изменено. В принципе, читать особо смысла нет. Ну вот это стены. Ма. А это что такое у нас? Листовка. Какой черный фломастер? Чего вы описание-то не изменили? Сбежала. Сбежал. Только кто? Это. Никто нам, к сожалению, не говорит. Вообще на Чиполлино похож, если честно. Куда листовку надо? Опять тренажер этот здесь. А, с ним ничего делать не надо. Картина. На картину надо повешать. Ну неплохо, неплохо. Жук ползает по мне маленький. Зараза какая, а?
Люблю лето, но не люблю летних насекомых вот этих всех. Они только бесят. Что тут одногруппники, короче, писали мне? Клей, кстати, для чего? Так, три пакости, вот одна, вот вторая. А какая третья? Я... Что-то с клеем не сделал. А вот только что именно, непонятно. А, можно. Этот тренажер задействовать можно, оказывается. Только мы уже 100% набрали, и эта пакость уже недействительна. Замечательно просто. Голодный сет, что может быть лучше яблочного пирога, конечно же. Наверное, пройдем этот уровень и не остановимся. Остальные уровни так чисто посмотрим. Я уже заколебался играть. О, красивая картина. Да, еще один уровень и достаточно. Я уже задолбался играть. Да ладно, пердушку можно положить. Прикалываетесь, что ли, надо мной? Серьезно? Опа, бежим. А куда бежать-то? Где прятаться? Спрятаться можно в том шкафу. И ясно, начинаем уровень заново. Начинаем все по новой. А, еще здесь можно осмотреть. Действовать быстро нужно, короче, здесь. Отлично. Успели. Он забежал в шкаф, причем довольно быстро. Я уже думал, не успею. Но он проглядел телевизор, к сожалению. Зачем здесь разобранный кран, интересно? Как он будет бриться без него? Это как-то немного нелогично получается. Ну да ладно. Видно, кстати, что кусочек мыла есть и нету. Самого мыла-то. Я так понимаю, вот эти пакости тоже бесполезные. Ну, с этим-то ясно. Вопрос, увидит ли он телевизор. И кресло. Навряд ли. Очень даже навряд ли. Yeah.
Давай, иди скорее в ванную. А мы закончим уровень. Ибо я не знаю, какая пакость еще одна. Тут с туалетной бумагой, я не знаю, где она. А эти пакости абсолютно бесполезные были. Почему здесь графика такая убогая, кстати, в этих местах? Так, серебряная статуэтка у нас. Давайте эти уровни так чисто посмотрим. Проходить не будем, потому что уже и так сколько играем. Ага. Новые обои, правда, без окна теперь. И фоткается он теперь здесь. Солнечное утро. А тут изменений не наблюдается. И, возможно, на следующем уровне тоже. Ой, да, так и думал. Ну и следующий уровень, наверное, нам не нужно смотреть. Да, действительно, нам это не нужно было смотреть. Ну ладно, поставлю этому моду плюсик. Тем более, что это не полная версия, а бета какая-то там. Так что, в принципе, а так, в принципе, неплохо. Неплохо вполне сделал. Лучше, чем два предыдущих мода. Ладно, давайте на этом закончим. С вас лайкос, подписывайтесь, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримский канал, логовый канал, смотрю ВКонтакте. Всем пока.